Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня будем готовить курицу с овощами, и как всегда все ингредиенты оставлю в описании под видео. Первым делом подготавливаем нашу курицу и убираем ненужные части. Разрезаем курицу пополам, и для того, чтобы маринад хорошо проник в мясо, делаем небольшие надрезы. Теперь делаем маринад. Берем один лимон и разрезаем пополам. Выдавливаем с него сок, добавляем растительное масло, добавляем специи, первым делом это тимьян, далее у нас идет базилик, конечно же соль и черный молотый перец. Также добавим сладкую паприку и куркуму. Хорошенько все перемешиваем. Получившимся маринадом натираем нашу курочку. Хорошенько распределяем по всей курице. Пока наша курочка маринуется, мы нарежем овощи. Овощи нарезаем любой формы, как вам удобно. Отправляем овощи на противень и добавим штук 6-7 зубчиков чеснока. Далее картофель и помидоры. Добавим немного соли. Курицу ложим на сетку поверх овощей. Разогретую духовку на 200 градусов отправляем готовиться наше блюдо. Ставим до золотистой румяной корочки приблизительно час-20.
Курочка у нас получилась очень мягкая, сочная и вкусная. Всем приятного аппетита! Всем спасибо, что посмотрели данный видеоролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и пишите комментарии. Всем спасибо, друзья. До скорых встреч.